Ребят, всем привет! Сегодня мы с вами будем делать уточку Лала Фанфан. Я уже сделала заготовок и уже раскрасила. И сейчас по щелчку пальцев я закрашу все остальное. Раз, два, три. Вот, ребят, вы, в принципе, можете заходить за края, потому что потом мы это будем вырезать. И, кстати, ребят, мы еще будем делать костюмы ей, так что, пожалуйста, не проматывайте это видео. Ну и погнали дальше. Чтобы уточка Лала Фанфан служила нам очень долго, надо заклеить ее скотчем. Вот, например, как я. Ребят, я нашла только вот такой скотч, так что давайте таким попробуем. Ну, давайте, что ли, пробовать. И захватите с собой ножницы. Ребят, можно... вот я уже приклеила все. И нам нужны ножницы, чтобы все это вырезать. Я возьму в правую руку. Теперь вырезаем. Вот, мы все вырезали по контуру. И вот такая вот уточка у нас получилась. Сейчас будем делать одежду. Погнали! Для начала, чтобы сделать нашей уточке одежду, мы ложим ее на чистый лист. Берем карандаш. Вот. И чтобы сделать ей всю одежду, мы должны будем ее все ввести. Пока я ввожу, можете что-нибудь поделать, но я это буду все делать в паузе. Вот, ребята, я обвела свою уточку. А костюмчика мы будем делать не один, а три. Ребят, ну все, конечно, не вместится в одном видео, так что будет два видео. Надеюсь, вы не пропустите следующую серию, но это еще не все. Будем делать второй костюмчик, но до третьего, возможно, мы не дойдем. Ну, попробуем. Погнали. Первый костюм будет в виде Стича. Рисуем. Рисуем вот так вот. Давайте я нарисую, но потому что мне неудобно, а потом я приду к вам. Ну что ж, погнали. Ребят, вот такой стич у меня получился, сейчас будем раскрашивать. Ребят, вот такой у нас получился костюмчик, вот. Извините, что он некрасивый, но для меня он нормальный. Сейчас будем рисовать.